Противостояние сборных России и Грузии – самое принципиальное в турнире. На эти матчи главные тренеры команды стараются всегда выставить оптимальные составы. Сборная Грузии в последние годы сделала впечатляющий шаг вперед. На последнем Кубке мира в Англии команда впервые в истории заняла на предварительном этапе 3-е место в группе и гарантировала себе путевку на Кубок мира 2019 года, который пройдет в Японии. В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы сборная Грузии пока идет без поражений – 8 побед в 8 матчах. Сборная России начала второй круг чемпионата Европы с 2 побед над Испанией и Германией, но дальше последовало болезненное поражение в гостях от Румынии. Пока «Медведи» занимают 3-е место, опережая на 6 очков команду Испании и отставая на 7 очков от Румын. Вход на матч 12 марта свободный. Начало в 15 часов.